Всем привет, с вами Рэбел 8, и сегодня мы будем выживать за анкилозавра. Ну, я пришел на сходку Триазур. Я не знаю, как правильно ее ник произносится, поэтому называю ее так. Ну и так получилось то, что мы были в одинаковых скинах, ну и я об этом написал. Также я встретил своего друга авторитета 8.8, ну... Я с ним снимался, вы, наверное, его помните, если смотрели мои прошлые видосы. Ну, мы просто решили пообщаться, а потом он улетел. Кстати, как я понял, Оливка — это самая лучшая подруга Триазур в игре, или, может быть, даже в реальной жизни. Ну, этого я точно не знаю. Кстати, помните то, что у меня была проблема с памятью на телефоне? Так вот, это нам опять помешало. Вот. У меня, как всегда, отрубается запись. Я пошел очищать память. Ну, и все пропустил. Кстати, вы же помните то, что я говорил в ролике про историю Рекса, то, что больше такой проблемы не будет. Так вот, я перенес, забыл перенести видео на сети-карту. Ну вот и все. Кстати, на этом моменте я заснял PvP Триазур и Оливки. Кстати, я хотел поправить слова, то, что я сказал до этого. Я не все пропустил. Я опоздал где-то на 5 минут. Ну, то есть я зашел на сходку, потом вышел, потому что памяти было недостаточно, перенес файлы и обратно зашел. Они уже бежали на 5, а я был где-то на C4. О, и еще это PvP на лидерство. Сначала не сразу понятно, кто победил, но потом стало понятно то, что победил Триазур. Ой, победила. Ну, а теперь ПВП с Оливкой. Кстати, будет неожиданный конец этого ПВП. Если что, я не специально. Да, она мне нанесла перелом, хотя говорила до этого то, что все наносят ей перелом, а она никому не наносит. Ну, нанесла же. Соглашусь, тут я уже виноват, то, что ударил. Хотя я это сделал случайно. Я предупреждал то, что будет неожиданный конец. Да, все собрались на похороны Оливки. Грустно. И теперь ПВП с Триазур. We'll be right back.
Эта маленькая анкила начала меня бить. Позже мы узнаем, кто это. Совсем скоро. И оказалось, что это оливка. Вот. И напоследок ПВП. Как вы можете заметить в этом ПВП? Немного, ну, как сказать, оно немного долгое. Вот, и все уже разошлись. Это ПВП было под конец сходки, но я его решил поставить, ну, почти под конец видео. Ну, и на этот раз проиграл я. Ну и под конец сходки мы решили собраться в такую линейку. И на этом моменте я кидаю в друзья оливки и триазур. Я думал, они не примут, но они приняли. Вот. Ну, а на этом мы будем заканчивать наше видео. И всем пока-пока!